Что ж, и всем привет, вы на канале StarCat, и с вами я, Селена, и да, я снимаю небольшое видео прощение, и вы, наверное, офигели, когда увидели этого пэта, потому что я редко беру каких-то таких живностей в своих видео, поэтому этой сове сегодня оказана большая честь. Ну, вы, наверное, заметили, что не зря у нас такие вот немножечко такие темные тона, потому что все мы уже понимаем, что через 10 дней уже конец лета. Ну, и я хочу подвести небольшие итоги августа. Как вы поняли, я заболела, но по голосу, наверное, это слышно. Я заболела и благодаря этой болезни пропустила одно очень важное мероприятие, на которое я так долго готовилась. Это просто вообще идеально. Я смирилась с этой судьбой, поэтому ладно. Ну, вообще я промучилась с этой болезнью всего-то один день. А сейчас я уже иду на поправку. У меня нет температуры, просто немножечко так сипит горло. И болит немножко, и кашель. А так все остальное все хорошо. Температуры нет, только кашель и насморк. Расскажите, как вы провели этот август. Я постараюсь за эти 10 дней как можно больше видео выкладывать, потому что вы понимаете сами, конечно же, на эти 10 дней мне запланировано много всего. Также выйдет в ближайшее время один классный влог, а то я еще сняла 5 августа, но у меня руки не доходили его смонтировать. Короче, как-то так, я планирую выздоравливать до конца, то есть голос, чтобы был тоже нормальный, планирую выздоравливать и сходить в среду в кино. Сейчас у нас понедельник, я планирую пойти в среду в кино. На фильм «Леди Баг и Суперкот». Да, я бывшая фанатка. Ну и, конечно же, я сниму вам влог оттуда. Куда же без этого? Если получится, сниму даже небольшой влог из церкви. Но мне, понимаете, там снимать не очень-то и комфортно, поэтому навряд ли. Ну, может, какие-то вырезки-то и будут. Вообще, на самом деле, ребятки, мне довольно-таки печально, что лето заканчивается, потому что настолько было классно, не считая нескольких там моментов, нескольких дней. Ну, наша жизнь никогда не будет идеальной, мы все это понимаем, поэтому... Поэтому, ребятки, остается только с этим смириться. Но это лето, конечно, прошло очень классно, но мне бы не помешал бы 4-й месяц для отдыха. Я, конечно, нигде не учусь, но все-таки мне так еще хочется продлить этот летний вайб, поэтому... А те, кто у нас учится, я желаю вам... Ой, те, кто учится, я желаю вам удачи, успехов, точнее. Ну что ж, и на этом все. Спасибо за просмотр, ждите видео, которую я буду выкладывать. Кстати, если вы не против, я выложу еще на канал какие-нибудь нарезочки из ТикТока. То есть они вертикальные, конечно, эти нарезки, но там вертикальные видео там со всяких встреч моих. Если вы не против, там, возможно, будет мое лицо. Короче, если вы не против, я могу это все выложить, ребята. Потому что очень мало я что снимала с пэтами. В основном я снимала вертикальные видео, поэтому вот так. Ну что ж, спасибо всем большое за просмотр. Давайте, ребят, мужайтесь. Всем удачи и всем пока. Ой.